Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал «Футбол – это жизнь», и это 18-й выпуск рубрики «Форд ФИФА» нашего последнего сезона, сезона «Тоти». Итак, буквально через уже пару дней у нас стартует, во-первых, еще выйдет демка FIFA 20, так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить на нее обзор, также ставьте колокольчик. И также скоро уже выходит FIFA 20 сама полностью, естественно, она будет на нашем канале, это уже 100% информация, так что подписывайтесь, будут интересные рубрики с FIFA 20, также поиграем в Волту. Ну и давно не было у нас, между прочим, Форд ФИФА. Последний раз выкладывал ее в конце где-то августа, в числах так 20-х. Отдыхал в Санкт-Петербурге, поэтому нон-стопом записывал ролики и выкладывал, пока был в этой поездке, чтобы у вас был контент. Ну а потом как-то уже и времени не было, был турнир. Кстати, кто его не видел, можете посмотреть ролики еще на канале, также жеребьевка и сам турнир. Ну а так, мы сегодня продолжаем с вами. Нам осталось несколько буквально игроков, нам осталось поймать Марсело. Ну и вроде у нас все получается. Осталось добить нам Луки Модричу, 43 еще хорвата, 16 бельгийцев для Кевина Де Брёйна и поймать последнего игрока Марсело. И тогда у нас все будет зашибись, и мы закончим наконец-то эту рубрику. Но в самом начале теперь мы умножаем на 3 и делим пополам. Половину откроем золотых, половина специальных. Так что в самом начале у нас 15 игроков, 8 золотых и 7 специальных. Ну что ж, начнем с золотых. Первый золотой игрок. Нет, 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 нет. И последний золотой игрок. Нет. Ну что же, а теперь мы переходим уже к специальным игрокам. Нет, 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 нет. И последний специальный игрок. Нет. Ну что ж, друзья, также я немного говорил в самом начале. Я забыл, что у нас еще нету также на воротах Давида Де Хеи, который нам очень нужен, чтобы дать линк Рамосу. Но пока что все равно у нас химия не будет стопроцентная, но хотя бы чуть получше она будет. Что же, а пока что переходим к первой игре Fortnite. Итак, друзья, занял я 31 место, пережил 69 соперников и за это получаю 35 золотых игроков. Итак, друзья, по обычным правилам мы получаем с вами 35 игроков, мы умножаем их на 3 и получаем 105 игрока. 53 мы откроем золотых и 52 специальных. Итак, начнем с золотых. Первый золотой игрок. Нет, нет, нет. Лучше бы Марсело или Де Хея бы нам выпали. Нет, 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 нет. И последний золотой игрок. Нет. Ну а теперь мы переходим к специальным игрокам. Нет, 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 нет. И последний специальный игрок. Нет. Ну что ж, друзья, пока что вот так вот выглядит до сих пор наша команда. Не удается нам поймать ни Марсело, ни Давида Де Хеи, не закончить нам ачивки за мод, которому еще остается 36 поймать хорватов, и немного остается для Де Брёйна, всего лишь 3 бельгийца. Ну давайте я введу в этом ролике именно с этого момента новое такое у нас как бы правило. Если нам выпадает игрок, у которого есть карточка Тоти, например, нам очень часто выпадает Ван Дайк, его обычные карточки, у него их очень много в 19 FIFA. Поэтому если нам выпадает любая карточка у футболиста, у которого есть карточка Тоти, мы как бы считаем, что нам выпал именно игрок, который нам не достает. Либо это Марсело, либо Давид Де Хея. Мы берем их обычную карточку золотую и уже будем выполнять за них ачивки. Так что пока что будем вот так. Ну а пока что переходим ко второй игре Fortnite.
Итак, друзья, занял я 28 место, пережил 72 соперника, за это получаю 36 золотых игроков. Итак, по обычному мы получаем 36 золотых игроков. Также мы еще получаем 5 специальных игроков по обычному за одно убийство. Итого, мы, получается, за то, что пережили и получили 36 этих игроков, мы умножаем их на 3, это получается 108 игроков. Делим пополам, и получается, что 54 мы открываем золотых игроков и 54 специальных. И также за одно убийство мы теперь получаем 15 специальных игроков. Давайте, пожалуй, вот с этих 15 специальных игроков и начнем, чтобы не запутаться. Итак. Первый специальный игрок. Нет, 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 нет. Итак, друзья, нам выпал Ван Дайк. А я перед тем, как мы играли вторую игру, сказал, если нам выпадает игрок, у которого есть карточка Тотти, мы берем любую на выбор другого игрока, который нам не достает. Пожалуй, я возьму для начала Давида Дехею, его обычную золотую карточку. Итак, друзья, вот Давид Дехея, ему нужно получить карточку Тотти 97-ю, поэтому ему еще нужно 6 единиц к рейтингу, ну и поэтому 60 игроков из АПЛ, такую же ачивку, как и у Вирджила Ван Дайка, пусть он выполнит. Нет, нет, нет. Ну что ж, друзья, мы набрали игроков, 15 игроков мы открыли, это только за убийство. Теперь мы будем теперь открывать 54 золотых игрока и потом 54 специальных. Ну что же, начнем. Нет, 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 нет. Итак, друзья, как я и говорил, если нам выпадает икона, то мы по одной ачивке у каждого футболиста убираем. И Дека стал именно последней этой ачивкой у Кевина Де Брюйна, и теперь мы получаем его карточку Тотти. Нет, 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 нет. Итак, друзья, нам выпадает Криштиану Роналду, у него тоже есть карточка Тотти, поэтому мы теперь добираем Марсело его обычную золотую карточку. Итак, получаем мы Марсело, это последний игрок, у которого нам он выпадает, у которого есть карточка Тотти, и ему нужно 94-ю теперь карточку Тотти. Это плюс еще 6 единиц к рейтингу, и давайте тогда ему ачивку 60 бразильцев. Нет, 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 нет. Ну да, друзья, вовремя нам выпадает Давид Дехе, но раз он нам выпадает, то мы тогда получаем его обновку, это следующую его карточку, 92-ю. Ну и также минус еще 10 игроков к нему, так как на один рейтинг теперь нам собирать нужно меньше. Нет, 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 нет. Ну что же, а теперь мы переходим к последним 54 специальным игрокам. Нет, 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 нет. Друзья, нам выпадает сразу Лука Модрич с карточкой Тотти, поэтому мы заканчиваем все ачивки за него, и теперь нам остается только закончить ачивку за Давида Де Хея и Марсело. Нет, 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 и последний игрок. Нет. Ну что ж, друзья, большое вам спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Андрей и канал Футбол Этажи. До новых встреч, друзья. До свидания.